Александр, вы впервые сыграли при знарке сборной. Какие впечатления? А, в Минске. Извините, забыл. Но, тем не менее, давайте переформулируем, да, сыграли первый матч в этом сезоне за сборную после возвращения. Как вообще оцените для себя, для команды? Команда, наверное, не очень хорошая. Да, но приятно ходить в сборной. Во-первых, русские ребята все по-русски разговаривают, соскучился по этому, по разговорам вызывалки, шутки, вот это все такое. Без этого было тяжело. Обидно немного, что попали в перекладину, да, там был момент, во-вторых. Более ключевым стать, наверное, да, в игре 4-2-2, это совсем другой разговор. Ну, да, я забивал его точно так же в Ванкувере, так что знал, куда бросать, поэтому не забил, конечно. Было какое-то такое, акклиматизация, что-то еще неуютное для НХЛ-сов именно? Ну, я не знаю, я прочитал то, что Тишка сказал, то, что он уже акклиматизировался. Я еще пока не могу сказать то, что я уже полностью еще спать все время охота, непонятно, такое ощущение еще. Не могу полностью прийти в себя. Плюс, наверное, площадка и новые партнеры, да, тоже где-то время требуется. Да, но это быстро все. Главное сейчас быстрее пройти эту акклиматизацию. На данном этапе на результат обращать внимание или все-таки понимаете, что это длительный период и где-то, может быть, чуть спокойно надо относиться к таким вещам? Ну, все равно проигрывать неохота, хоть это и не такой официальный матч, не чемпионат мира, хочется выигрывать всегда, тем более принципиальный соперник. Говорят о правиле, что вроде бы НХЛ гарантированное место, вы чувствуете, что даже должны его доказать, вот как-то сейчас? Я не знаю, никто не говорил мне про такого гарантированное место. Такого правила нету, да? Да, не слышал такого. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста.